подобрался боевой, интересный коллектив. То есть ребята голодные до побед. Думаю, что те новички, которые здесь представлены сегодня будут, они здесь не случайны. И скоро вы, да, будете узнавать их на улицах, то есть, так как они докажут это своей игрой. Во-первых, очень рад вернуться. И моя детская мечта сбылась — играть за «Северсталь». А цели у нас, я надеюсь, будут самые высокие. И мы вернем клуб в плей-офф. И, возможно, когда-нибудь выиграем Кубок Гагарина. Как тебе дизайн новой формы «Северстали»? Интересный, необычный. Мне понравился. Готов ли взять на свои плечи ношу лидера и в новом клубе? Ношу лидера, да, я думаю, хотелось бы проявить свои лучшие качества и помочь команде «Северсталь» добиваться больше побед. Трудно ли было расставаться со своим новорожденным сыном? Конечно, трудно было, но уже соскучился по команде, по ребятам в раздевалке. Я хочу, чтобы себя проявили. Я понятно, что Ситников, Магогин, они уже такие состоявшиеся хоккеисты. Они должны и выйдут на свой уровень. Я хочу, чтобы получилось у Игнашина, у Юшкова, у Юксеева. Тем более, доводилось со всеми работать в свое время. Карлин, Руслан. То есть вот те ребята, с которыми, в общем-то, они прошли и школу, которые там и «Алмазы», и «Северстали» немножко. Вот я особо за них переживаю. Я за опытных ребят уверен на 100%, что они себя проявят, как мы рассчитываем. Естественно, все решалось коллегиально. Гулявцев приезжал. В отпуске мы здесь провели несколько недель вместе. Обсуждали каждую кандидатуру. И вот те ребята, которые там проявили себя в высшей лиге, которыми Хонг очень хорошо знал, прежде всего рекомендовал он. Курс на Кубок Гагарина.